части призывов считаю их деструктивными непосредственно для населения в первую очередь, поскольку не оплатив услуги организации ЖКХ, население не получит, либо получит не в полном объеме тот комплекс услуг, который организация ЖКХ оказывает. То есть, условно говоря, несвоевременно вам уберут подъезд, возможно, несвоевременно приедет аварийная служба, если у вас в квартире там случится аварийная ситуация, будут заливать или еще что-то. Но что касается законодательных аспектов, то здесь также эксплуатирующие организации располагают достаточно жестким комплексом мер для того, чтобы эту задолженность изыскивать. Фактически, начиная с первого дня уже начисляется пеня за жилищно-коммунальные услуги в размере 0,3%. Фактически, с первого дня организация ЖКХ имеет право в безусловном порядке оформить исполнительную надпись у нотариуса и направить ее для исполнения, для принудительного взыскания судебным исполнителем. Организация ЖКХ располагает правом в течение 2 месяцев неуплаты отключить жилищно-коммунальные услуги. Это свет, газ, вода, тепло. Наверное, в преддверии отопительного сезона это очень актуально. Ну и если уже задолженность пожестче, то есть свыше 6 месяцев, то там вступают совершенно иные механизмы, вплоть до того, что человека могут выселить из квартиры.